В разгар эпидемии коронавируса Италия нуждается приблизительно в 50 миллионах масок. Страна не производит медицинских масок и не может получить их от иностранных компаний из-за закрытия границ. Это обстоятельство дало многим творческий толчок и породило чувство солидарности. Одним из примеров является семья Таларико. Мы с отцом посмотрели друг друга в глаза. Мы хотели сделать что-то, чтобы помочь. Карантин – это сложно. А мы динамичные люди. Мы не хотели сидеть на месте. Нужно было делать что-то для нашей страны. Вот почему мы пришли к этой идее собрать деньги, чтобы помочь региону Калабрия. В свое время отец и сын основали один из самых престижных брендов галстуков ручной работы – Таларико. Однако в последнее время портные компании работают, изготавливая маски, чтобы удовлетворить спрос и внести вклад в общее дело. Команда создала специальную маску по эксклюзивному дизайну. Маска имеет небольшой карман, который позволяет заменить бумажный фильтр на чистый. Мы шьем маски, используя остатки ткани от наших галстуков. В результате получается маска, похожая на ту, что ношу я. Мы планируем шить около 10 тысяч масок и продавать их по 5 евро за штуку. Все деньги, которые мы заработаем, будут пожертвованы. Маски сделаны нашими портными. Более 30 портных работают над этой инициативой. На заработанные деньги они приобретут медицинские материалы, необходимые для борьбы с пандемией в южном регионе Италии – Калабрии. Я горжусь итальянцами в данный момент. Я заново открыл солидарность итальянского народа, которую, как я думал, мы потеряли. Видеть, как люди поют на балконах и говорят: «Мы не можем видеть друг друга, но мы рядом», – это очень трогательно. Эта инициатива является еще одним свидетельством того, что трудные моменты способны объединить людей. В данном случае целая нация объединилась в надежде на то, что все будет хорошо.